Пришел новый заказ сегодня. Сегодня 17 мая 2021 года. С фирмой Биненхаус. 7 упаковок. Это пришли уливы Идония. 10 штук. 15 додановских корпусов на додановскую рамку. 12 потолочено, 10 крыш. Вот. Вот 7 таких упаковочек. Упаковки, я гляжу, цвет сменили, немножко по-другому стали выглядеть. Но упаковки очень хорошие. Вот. Доставили где-то мне за 5 или за 6 дней с Белгорода в Московской области. Вот. Все, внешне все шикарно. Вот только в одном месте тут вот вроде что-то порвали. Вот. Ну там картон еще. Тут все упаковано очень хорошо. Хочу пересадить из деревянного улья, вот так и зимовала у меня местная моя пчела. Это рязанский тип Карпатки. Из 3 магазинов корпус состоит. Так она вот в таком виде зимовала. Без ульевого дна. Нижний магазин для увеличения подрамочного пространства стоит. И вот верхних 2 магазина гнездо было. Вот сейчас ни разу еще не осматривался. После зимовки. Сейчас хочу в улей Биненхаус пересадить, который сегодня я получил. Пчелами вставляю назад, а на его место ставлю дно и корпус. Итак, в первом корпусе на 4 рамках засев открытый расплод, 4 рамки подставлены под засев матки. И пока поставил вставную доску, чтобы сбоку они ничего не строили. Первый корпус. Наверху ставлю печатный расплод на 5 рамках, одна кормовая и 2 маломедные под засев я поставил. То есть 16 рамок я дал для работы маток, 8 додановских рамок снизу, 8 додановских рамок сверху пока. Вот, поставил пока вставные доски, чтобы они сбоку, если не ставить доски, то они сейчас языки будут строить. Вот. На рамках, чтобы не строили доски, поставлю. И поставлю сейчас еще магазин. Ну, сразу магазин поставил, 6 рамок. И контролку пока поставил. Посмотрю, что тут они будут делать. Ну вот яйцо в миске. Это или, возможно, тихая смена. Я не знаю, через 6-7 дней надо посмотреть обязательно. И там уже тогда решение принять. Пока вот все так будет. Потолочную крышу. Итак, в потолочное вентиляционное отверстие пока все закрываю. Всю крышу поставил. Поставил литковый загородитель. Все, 7 дней тут больше делать нечего. Еще одна семья в новом улье.